Zenhikes GT12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это Vivo Telecom. Здравствуйте, это Vivo Telecom, и мы сегодня будем тестировать радиостанцию от Zenhikes. Это новинка GT12, у нее название, вот такой необычный дизайн и такая необычная антенна у нее. Сегодня проверим, у нас Zenhikes уже почти все были на обзорах, то есть это модели 8600 и 8800 и GT10, и вот это следующее поколение станций от Zenhikes. Посмотрим сейчас на супергетеродине, она выполнена или нет, потому что, напоминаю, GT10 была супергетеродинная, она же Байкал 77. Седьмая. В принципе, в тесте неплохо себя она проявила, поэтому проверим сегодня эту. Сразу скажу, что уже нашел у нее 7 недостатков и 3 преимущества, но пока окончательные выводы делать не будем, потому что нужно провести тестирование. Все, начинаем тогда с комплектации. Так, комплектация у нас следующая. То есть идет сам приемопередатчик, идет аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч, идет клипса на пояс и ремешок на руку, идет сетевой адаптер. Мы привезли эту станцию из Китая, поэтому она, адаптер этот идет с китайской вилкой на 1 ампер 12 вольт на выходе, 1 ампер максимальный ток. Идет стакан зарядного устройства, идет кабель USB Type-C и идет вот такая удлиненная антенна длиной 30 сантиметров с разъемом SMA вилка. Сейчас параметры ее тоже проверим. Она интересная, конструкцию имеет, гибкая. Давайте рассмотрим конструктив станции. Станции есть не только в прозрачном корпусе, но и в темно-зеленом, в песочном цвете, в черном, по-моему, есть. Корпус очень необычен, и он похож на GT10. Вот вы можете сравнить, по габаритам они фактически одинаковы. Батарея подходит от GT12 на GT10. Давайте я вам продемонстрирую этот момент, то есть батарея работает. Мы эту батарею от Байкала 77 проверяли, емкость у нее даже больше заявленная оказалась, 3178 мАч. Поэтому здесь тоже будем использовать эту емкость при измерении времени работы. Так, теперь дальше. В отличие от той батареи, от Байкала, сейчас идет батарея с портом USB Type-C, но, к сожалению, ток не очень большой, 0,85 ампера мы получили ток. Теперь по корпусу самой станции. Сверху у нас расположены два регулятора, как видите, они на звездочках, дополнительно имеют фиксацию, не просто снимаются, это хорошо. Разъем антенны SMA вилка стоит. Здесь у нас слева также имеется отверстие для темляка. Пластик неплохого качества. Слева у нас есть две функциональные кнопки и две кнопки передачи. Функциональные кнопки можно переназначить даже с самого меню. На передней панели полноразмерная клавиатура, но у меня сразу опять претензия вот к решению такому, потому что нет быстрого доступа к функциям. То есть есть латиница нанесена на клавиши, но быстрого доступа нет. Далее, аксессуарный разъем под откидной крышкой, поэтому ни о каком погружении в воду речи быть не может, потому что она через этот разъем, по крайней мере, наберет воду. И здесь у нас, я первый раз вижу в радиостанциях такое, у нее стоит разъем USB Type-C, еще и дополнительный для подключения аудиогарнитуры и программирования, я так понимаю, через этот разъем возможно. У станции есть Bluetooth, поэтому я программку позже покажу. Можно станцию не только программировать с компьютера, но и через Bluetooth, через смартфон. Ну и, естественно, вы можете вводить вручную данные через VFO, то есть прямой ввод частот она, естественно, поддерживает. Но вот такой необычный у нее корпус, как видите. Мы специально взяли прозрачный, потому что он самый интересный из представленных моделей.
Здесь, кстати, обратите внимание, написано вольтаж 8,4 вольта, что странно, мы сейчас мультиметром, наверное, измерим, 7,4 обычно номинальное напряжение на таких аккумуляторах, почему-то здесь 8,4 указали. По поводу конструкции сразу у меня есть претензия. Вот если вам видно, да, на дисплее, пока я его не включил, видите, уже наблюдаются потертости. Так вот, эти потертости возникли буквально после одного ношения в рюкзаке, ну там, с банкой пластиковой воды. То есть, представляете, он уже имеет шероховатости. Я вот, наверное, даже возьму сейчас, не буду никаким металлом, да, царапать, а возьму пластиковый вот стилус, да, и попробую его. Ну да, вот следы, правда. Да, вот видите, уже след остается. То есть здесь сам пластик и очень и очень нежный. Поэтому либо не снимайте пленку изначально, которая с завода, либо наклеивайте от смартфона, вырежите какую-то защитную пленку под размер дисплея и наклейте, потому что иначе вы быстро его очень поцарапаете. Вот это первый недостаток, который я вам озвучу. Так, ну давайте переходим тогда к управлению дальше, посмотрим, как она выглядит внутри, да, ну то есть какой интерфейс сделан у данной станции. Смотрим интерфейс. Я специально станцию не стал включать, чтобы вы увидели время загрузки. Включаю. Смотрим. Вот такой интересный дисплей у нее. Разрешение указывает производитель 320 на 240 точек, но мне кажется, он тут даже повыше, потому что очень красиво выглядит. То есть все интересно. Единственное, я вижу здесь еще один недостаток. Вот видите надпись Vol, да? Ну, то есть Volume, громкость. Но регулятор громкости, он чисто аналоговый. И как видите, при изменении громкости здесь эта полоска никак не используется. Ну, то есть я не знаю, откуда-то они скопировали этот дисплей вместе с линейкой громкости, непонятно. Причем на фотографиях на сайте производителя, да, на Zenhikes, вот этой линейки силы сигнала еще нет. Здесь у нас в версии мы уже ее имеем. Посмотрим сейчас, как она работает. Теперь по самому интерфейсу можно отображать сразу два диапазона частот. Как видите, есть прием авиа. В амплитудной модуляции автоматически выбирается. То есть, если я, скажем, выберу сейчас частоту в диапазоне 2 метра, да, длина волны, то автоматом станция выберет FM-модуляцию, ну и об этом не будет сообщаться. То есть, по умолчанию, если значков нет, то работает FM-модуляция. А теперь по поводу переключение в канальный режим. Нужно надолго зажать кнопку с меню и переключаться тогда либо в канальном режиме, либо в прямом вводе. Теперь по поводу боковых кнопок давайте я покажу. Первая кнопка у нас включает приемник. Он работает. Нижняя кнопка у нас не делает ничего, да, но они здесь переназначаются, поэтому сейчас верхняя кнопка по длительному нажатию переключает мощность. Как видите, три уровня мощности у данной станции есть. Сейчас мы их все измерим. Давайте я на H переключу. Так, нижняя кнопка у нас отключает шумодав. Вот, как видите, появляется полоса силы сигнала. И еще по конструктиву необычный индикатор, да, вот здесь стоит приема тоже. Он достаточно большой, и в прозрачном корпусе еще и дополнительно свет попадает через сам корпус. Так, теперь по меню давайте я буду тогда смотреть. Похоже на меню, скажем, Zenhikes 8800 данный интерфейс.
Выбирается зона, выбираются настройки радиостанции полностью. Вокс зачем-то вытащен в отдельный пункт меню или вынесен. Системные настройки, CTCSS, DCS поднесущие вынесены тоже в отдельный, в главный из разделов. Сигналинг, назначение клавиш. Так, режим частотный, да, что здесь у нас есть? Да, зачем-то, видите, частотный режим, так они его здесь назвали, тоже вынесли они его зачем-то отдельно. Так, channel storage, это сохранение каналов. Bluetooth отдельно вынесен. И о радиостанции можно информацию посмотреть, и кнопка сброса. Ну, давайте я тогда начну быстренько перемещаться по разделам внутренним, посмотрим, что здесь у нас есть. То есть назначается на каждый из каналов, да, или частотных диапазончиков отдельно уровень шумоподавителя, есть отдельно уровень для амплитудной модуляции, обратите внимание, интересно сделано. Так, Transmit Power, это выходная мощность станции, ширина канала, white по умолчанию, Buzzy Lockout, это реакция при занятом канале, Squelch Mode, как видите, поднесущий и DTMF сделаны. Так, тайм-аут, таймер, это ограничение времени на передачу, микрофонное усиление, STE, борьба с хлопком шумодава, стоит по умолчанию, оставим его. Так, это у нас работа через репитер, видимо, сдвиг будет происходить. Так, пилот тон, они здесь это назвали, это передача тонального сигнала. Вот у вас какие разновидности вы можете передавать. Так, репитер STE, это задержка при открытии репитера, видимо. Так, также в миллисекундах здесь. Так, а здесь у нас было тоже в миллисекундах. Но это все для работы с репитером, я на этом останавливаться не буду. Кстати, еще проблема у этой станции, что не пришла инструкция, и на сайте производителя буквально там три картинки нарисовано по этой станции, поэтому приходится разбираться самостоятельно. Так, дальше смотрим. Ну, Vox, я не знаю, то есть стоит вам заходить или нет, то есть здесь у нас настройки именно чувствительности Vox, delay Вокса задается, тоже не особо интересно. Так, дальше системные настройки, да. Battery Safe по умолчанию включен, нигде тайминг не выбирается, только включение, отключение пусть остается включен. Dual Standby, слежение за двумя каналами по умолчанию включено, пусть включено, тоже пусть будет. Звуки кнопок, Side Tone, это, наверное, Roger Beep имеется в виду. Так, сканирование по времени, потом по несущей и поиск. Вот все-таки они, похоже, оставили здесь функцию захвата частоты. Это хорошо, сейчас проверим, как она будет работать. Давайте я сразу ее поставлю тогда. Так, дальше. Автоматическая блокировка клавиатуры, режим тревоги задается. Так, бэклайт, подсветка, либо время задается подсветки, либо брайт они так обозначили постоянно включенную подсветку. Пока так и оставим. Так, меню exit time, это выход из меню, я максимально на 60 секунд поставил, чтобы она нас не беспокоила. Так, теперь задержка при включении, то есть какой дисплей, насколько будет отображаться при включении. По умолчанию 1,2 секунды стоит. Так, блокировка кнопка переключения каналов. Тоже, видимо, при блокировке клавиатуры каналы вы тоже не сможете переключать. Здесь это вот назначается. Так, backlight level. Это уровень подсветки. Всего лишь их как два. Ну, да, видите, она менее яркая. Как два. Не как два, а в смысле два уровня подсветки. Так, repeater mode. Включен, выключен, ну, то есть здесь имеется в виду разнос частот через репитер работа, либо прямая. Так, репитер спикер,
Ага. Это у нас включение. Я понял, знаете, это что? Это, скорее всего, здесь имеется в виду кроссбенд репитер. Проверим это сейчас, как это работает. Вот здесь на этой кнопке звездочки есть включение репитера. Сейчас это тоже проверим, как это работает. Ну и, соответственно, вот эта команда, она говорит о том, будет ли работать спикер при работе в режиме ретранслятора или нет. Так, ну и все, в системных настройках закончили. Дальше, ну CTCSS понятно, да, то есть прием CTCSS, прием DCS и передача. Его же здесь выставляется. Сигналинг, отдельное меню. Это здесь у нас все по DTMF задается. Так, Custom Key. Короткое, длинное нажатие на вот эти две кнопки. Соответственно, давайте я вам покажу, какие есть. Вот FM у нас по умолчанию это, соответственно, приемник включения. Можно менять мощность, мониторинг включать, ну то есть отключение шумоподавителя, тревогу подавать, принимать погодные каналы. Здесь у нас это все работать не будет. Сканирование. Vox можно включать, выключать. Сканирование поднесущих. Давайте я поставлю сюда тогда сканирование, раз мы будем проверять, как работает захват частоты. Проверим это. Так, Frequency Mode. Зачем они здесь вынесли это в отдельное меню, но тем не менее. Шаг сетки. Обратите внимание, авиа он принимает, но 8.33 шага нет. Direction – это смещение при работе через ретранслятор, либо в плюс, либо в минус, либо смещение выключено. Ну и вот размер самого включения, смещения тоже пока не задан в мегагерцах. Так, ну понятно, сохранение каналов, Bluetooth. Я сейчас на этом тоже остановлюсь. Тут их два варианта. Либо работа с программой, либо подключение аудиогарнитур. Два варианта. Сейчас это проверим. Ну и About Machine. Софтверная версия 3.2C. Хард-версия 1.0.0. Ну и сброс. Все полностью я вам показал. И обратите внимание, да, я вот об этом тоже забыл сказать. В этой станции есть проблема. Вы помните, да, что я назначил на вот эту верхнюю кнопку сейчас сканирование, да? Он у меня включает погодные каналы. Это сырая прошивка, я вам так назову. Так, где тут у нас Custom Key, да? Вот смотрите, по короткому нажатию у нас должно быть сканирование. Она мне включает верхнюю команду, то есть работа с погодными каналами. Поэтому, смотрите, я включаю Vox, да? Теперь выхожу, должен включаться Vox. У меня включается сканирование. Скорость сканирования вы можете наблюдать. Обратите внимание, во-первых, оно достаточно медленное, да? Во-вторых, мне нужна функция захвата частоты. Я пока вижу перебор только по несущим. Сканирование несущей. Так, где это у нас было? Меню достаточно запутанное, и как-то мне кажется нелогично, они разнесли все эти пункты. Вот где вот мне тип сканирования, помните, где это было? Не здесь. Не в системных настройках, да, радиосет тоже нет, да? Да. Где-то же мы находили тип сканирования.
Вот он, scan mode, он в system set находится. И обратите внимание, тоже carrier, да, сейчас по идее работает, а мне нужна была функция захвата частоты. Ну-ка, давайте поставим carrier и включим сканирование. Все то же самое. Ну, то есть, как если в этой станции захват частоты, я пока не пойму. Похоже, они его здесь убрали. У 8800 ZenKX и у 8600 функция захвата частоты была. Здесь же, к сожалению, я ее не обнаружил. Кстати, по поводу еще кнопок, да, вот смотрите, нажимая на нижнюю звездочку, мы получаем какие-то режимы ретрансляции, сейчас это проверим. А вот эта кнопка с решеткой, она задает опять коды DTMF. То есть, зачем это сделано, кому это так часто нужно, чтобы выносить это прямо на отдельную кнопку, я не понимаю. То есть, видите, из этого режима еще и выйти фактически невозможно. То есть, она сейчас будет передавать эти ну, то есть, либо выключением только можно от этого уйти режима, либо нажатием кнопки передачи. То есть, но неудобно это тоже, да, клавиатура, я считаю, можно было бы сделать лучше. То есть, во-первых, вынести функции какие-то сюда, наиболее часто используемые, и убрать DTMF с этой клавиши. Зачем она здесь? Так, смотрите, еще по поводу конструктива, я вам забыл показать тангенту, да, раз здесь Type-C разъем появился у данной станции для подключения аудиогарнитур, то мы приобрели тогда для обзора и тангенту. Вам же будет интересно, да, если подключить данную гарнитуру к телефону. Вот питание у нее включено, ничего не происходит, то есть я нажимаю кнопку передачи, регулирую громкость, нажимаю кнопки вверх-вниз, включаю фонарь. Никаких действий с данной гарнитуры при подключении к телефону не происходит. Также, если подключить гарнитуру с разъемом Type-C к радиостанции, тоже ничего не работает. То есть, не хочет она работать. Теперь, для подключения гарнитурки, чтобы у вас разъем не вываливался из станции, предусмотрен фиксатор. Давайте я тогда сейчас откручу гарнитурку, ну, в смысле, разъем, и подключим сюда, давайте станцию выключу. Вообще, при подключении аудиоаксессуаров и шнуров лучше выключайте станцию, рекомендуем вам. Так, ну вот, динамик, как видите, работает, да? Передача. Динамик работает. Передача работает. О, кстати, обратили внимание, сейчас линейка громкости немного была заполнена. Вот, кстати, кнопки вверх-вниз. По нажатию на них ничего не происходит. То есть кнопка меню у данной гарнитуры. Давайте я отключусь, кто-то там работает у нас. Кнопка меню, короткое нажатие, ничего не работает. Кнопки вверх-вниз тоже не работают. Нижняя кнопка переключает режим свечения, то есть либо строп, либо просто фонарь. Вот эти четыре светодиода работают. Сверху громкость. Непонятно, регулируется или нет, потому что отображения электронного регулировки громкости здесь нет. Здесь вот опять же есть разъем Type-C на гарнитуре. Это для зарядки собственного аккумулятора, потому что она работает, эта гарнитура, с собственным питанием. То есть я вообще могу к радиостанции ее не подключать и работать как фонарь, например, она будет. Ну вот такая интересная гарнитура, но функционал полностью у нее, как видите,
не задействован. По длительному нажатию эта кнопка тоже никаких действий не выполняет. То есть только по короткому. Так, смотрите, разбираемся с режимом репитера. Кроссбендового я имею в виду. Нужно зайти в системные настройки, перейти в режим репитер мод и включить его во включенное состояние. Появляется вот такая индикация. И давайте включим сразу, чтобы динамик у станции тоже здесь работал, да? Вот значок, да? Он был перечеркнут, теперь в рабочем состоянии находится. Теперь смотрите, никакую звездочку здесь нажимать для этого не надо. То есть, видите, появляется R и T. С этим будем разбираться, потому что без этого включения все равно работает. То есть, вот смотрите, 145, да, у нас здесь частота. Активный канал сейчас 434, на этой станции 434. Нажимаю на передачу. Видите, что происходит? То есть она принимает на частоте 434, передает на 145. На малую мощность поставлю, еще раз демонстрирую. Раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Ну и, соответственно, также происходит наоборот. Раз, два, три, раз, два, три. Вот кроссбенд работает, но функции захвата частоты я не нашел у этой станции. Давайте теперь разберемся с программой. Bluetooth я имею в виду. Смотрите, Bluetooth, Bluetooth мод, включаем Bluetooth App, да, ну то есть приложение. Включили. Вот индикатор BT у нас горит. По поводу самой программы, смотрите, есть, допустим, на Apple Store, если вы введете SHX, то найдете программу ZenHyX 8800. Здесь мы можем выбрать ZenHyX GT12 и, соответственно, нажать Connect, например, да? Но как видите, станцию она не находит. То есть я ждал достаточно долго. Она здесь. Здесь мы возвращаемся к Bluetooth, да? Видите, вот. Никакие больше настройки в самой станции здесь не выбираются. Здесь станция не найдено, хотя Bluetooth включен здесь. Давайте я вам просто тогда покажу, что здесь есть. Ну, то есть это, видимо, опять из-за сырости прошивки, к сожалению, есть такая проблема. Что у нас здесь есть? Программировать мы не можем, но смотрите, я вам покажу, какие настройки тут есть. Это вот настройки каналов. Так, видно, да, вам? Да, читается. Ну, то есть стандартные, поднесущие, несущие, добавлять в список сканирования или нет, ширина канала, сигнальный код, PTT-ID передавать или нет, мощность, реакция на несущую либо поднесущую, ну и сигнальная система, вот тоже здесь SDC либо DTMF. Дальше частоты, да, это в режиме VFO, я так понимаю, то же самое все задается, да. И опции, опять же, выбор шумоподавителя на каждый из поддиапазонов, режим экономии батареи, тайм-аут, таймер, TDR, это работа с двумя каналами. Здесь она почему-то TDR называлась, там у нас по-другому, да? Roger Beep. Режим работы сканирования, PTT-ID здесь опять же дублируется, передавать или нет. Подображение частоты, либо
имени канала, либо номера канала, автоблокировка, микрофонное усиление, 3 уровня. Это СТЕ, так называемая функция, то есть отключение хлопка шумодава. Так, а кстати, вот здесь, да, помните, я про репитер говорил, вот здесь поподробнее расписано, это борьба тоже с хлопком, но уже при работе через репитер есть какая-то задержка, видите, два вида борьбы с шумами репитера. Так, Роджер, можно отключить прием FM станций. Так, блокировка клавиатуры. Так, вот, кстати, здесь там не было, да, выбора по в самой станции, что отображать при включении. Логотип battery, ну, напряжение на аккумуляторе, либо какой-то свой месседж можно задать. Там такого не было, здесь в программе это можно сделать. Так, передача тонов, да. Так, дальше... Ну, это выход из меню, опять же. Это включение подсветки, видимо, да? Да. Так, здесь также кнопки задаются. Яркость дисплея. Тут вот, кстати, для Bluetooth гарнитуры можно усиление задавать. Трансфер мод. Это вот здесь так обозначается, видимо, кроссбендовый репитер. Да, раз эти две настройки здесь рядом, значит, это оно и есть. Ну и все. Настройки самой программы, язык и информация о программе. Радиопараметр 2.0. Ну, в общем, такая программа не особо полезная, но, опять же, видите, она не работает. Производитель ее Fujian Zenhikes Electronics Technology Company Limited. Все с программой, к сожалению. Ну, то есть, вот, вы возможности поняли, но проблема есть в том, что Bluetooth не подключается к данной программе. На Android мы не пробовали, есть такая программа и на Android. Можете попробовать, нам это не интересно. То есть, все эти настройки, они дублируются в самой станции, в общем-то. Так, давайте проверять выходную мощность. Вся шкала будет 10 ватт. Знаете уже, где она у нас расположена, да? То есть надписи вот идут от 1 до 10, а риски нанесены на второй линейке. Мощность на 434 высокая стоит. Аккумулятор полностью заряжен. Нажимаю на передачу, смотрим. Так. Ну, 7,1 ватта, да. Теперь, смотрите, здесь удобно, на 145 у меня второй канал. И я могу сразу нажать на вторую кнопку передачи и будем проверять на 145. Так, ну тут в районе 8, да, ватт, как видите. Да, 8 ватт, то есть 7 у нас наверху и 8 ватт внизу. На низкой мощности, на 434, смотрите. В районе 1,3 и средняя мощность 5. Ну, там у производителя заявлено 2,5 ватт. Все, с этим закончим. Так, давайте будем проверять токи потребления. Я сейчас номинальное напряжение подаю, уже 7,4 вольта. Кстати, на аккумуляторе мы напряжение замерили, на клеммах при полностью заряженном аккумуляторе 8,2 вольта. Ну, то есть, реально номинальное напряжение 7,4, как обычно. То есть, две банки по 3,7 вольта. Зря, ну, то есть, с ошибкой они здесь написали 8,4. Так, теперь станция выключена, 13 микроампер она всего лишь потребляет, поэтому смело можете оставлять аккумулятор на станции на длительное время, фактически саморазряда у нее не будет. Включаю питание. Так, сейф у нас там стоит, да. Теперь я подсветку отключаю через 5 секунд, специально выбрал для того, чтобы включился режим сохранения энергии. Давайте будем статистику тогда собирать.
Много она ест, да, иногда. Да, сейчас дисплей выключен. Даже 130 иногда, когда приемник включается. Вот видите, большие у нас потребление больше 100 мА, когда включается приемник. Вот максимальное было 130 мА. Так, я, кстати, измерял на, помните, GT10 или Байкал 77, он же, да, у нас режим ожидания 40 мА был. Здесь, похоже, станция-то это подъедает побольше. Давайте ждать тогда 100 отчетов, посмотрим, сколько она будет. Тайминг режима сохранения энергии в станции не выбирается, как видели, но и в программе тоже, да, по крайней мере в Bluetooth там только включено-выключено сохранение энергии. Да, она много потребляет в режиме, когда приемник включается, видите, больше 100 мА у нее потребление. Сейчас, кстати, режим Dual Standby включен, да, ну или TDR он называется в других станциях, то есть слежение за двумя каналами. Потом отключим, посмотрим, как она будет потреблять при слежении за одним каналом, посмотрим. Ну вот, видите, 100 отсчетов прошло, да, 80 мА, это TDR у нас включен. TDR on 80, safe on тоже, да. Так, теперь давайте я сейчас найду в меню тогда отключение режима. Вот мне, конечно, меню не нравится. Взяли они, зачем-то раскидали по многим разделам. Вот он TDR, да. Это у нас в системных настройках. Так, не видно, да, вам не фокусируется. Давайте я вот так вот ее отодвину тогда. Вот, Dual Standby, вот у нас здесь, я его выключаю. Интересно, да, Dual Standby выключен, но все равно у нас отображаются две частоты. Вы не введите в себя в заблуждение, то есть работает сейчас, должен работать только верхний. Ну-ка, давайте я включу его. Что вообще? За что отвечает? Так, ну вот, ДУ, да, получается. А, придется перемерять. Слушайте, у нас режим потребления в дежурном режиме, потому что Bluetooth-то я забыл отключить. Так что сейчас я Bluetooth еще отключу. И промерим это все заново. Так, вот он. Отключен. Так, за Dual Standby отвечает вот этот индикатор, да, DU. Ну-ка. Да, DU не горит, значит Dual Standby не включен. Все, заново проверяем тогда. Bluetooth выключен сейчас. Сбрасываю я счетчик. Так, очень много станция потребляет. Видимо, приемник еще не включился в режим сохранения энергии. Но да, приемник. Режим экономии батареи. Странно, станция, да, стабильно потребляет 176 мА. В чем дело? Так вот, с включенным, кстати, дисплеем, да, в районе 20 мА потребляет станция. Так, что у нас опять за проблема? Еще и, как видите, выясняется проблема с... Да, вот режим сохранения энергии батареи у нас включен. Dual Standby выключен. Выхожу в рабочий режим. Сейчас, смотрите, выключится дисплей. А станция по-прежнему ест очень много. 175 мА. Ну давайте я
Что сделаю? Я сейчас выключу питание, включу заново, посмотрим. То есть вот я станцию выключил, вы можете наблюдать, да? Включаю. Потребление, как видите, было низким, да, 80 мА. Смотрим, сейчас должен режим сохранения энергии включиться заново. Но я станцией, конечно, недоволен. Сыровато она, видите, как она себя странно ведет. 175 миллиампер. Неужели это в режиме отключенном, в отключенном режиме слежения за двумя каналами она столько потребляет? Это вообще странно, конечно. Ну, то есть затраты энергии наоборот должны быть больше, да, когда TDR включен, слежение за двумя каналами. Здесь же все наоборот. Так, ну вот это у нас TDR off. Я больше уже не вижу смысла ждать, да. Записываем 175 миллиампер. 175. Так, теперь. Выключаем TDR, ну точнее в смысле включаем и проверяем заново. Вот я включаю его, режим сохранения энергии по-прежнему оставляю. Сейчас брошу показания. Блин, это ужас. Видите, TDR теперь у нас... Ну да, не буду я включать дисплей, чтобы она много не потребляла, да? Да, интересный нюанс. То есть вы оставляете слежение за двумя каналами включено, потому что так она в два раза меньше потребляет станция. Но обратите внимание, Bluetooth вот этот включенный, да, он особо-то и не влиял. Давайте я даже еще раз сброшу, чтобы уж точно режим сохранения энергии был. Включен. Да, вот тот Bluetooth включен, он фактически ничего и не потреблял, либо раз нам не получилось связаться с программой, да, может быть, он вообще здесь не работает. Потому что, ну, хотя нет, потребление немного ниже, да, все-таки на 4 мА, на 3 мА мы сейчас получим ниже. Да. Ну вот, смотрите, 100 отчетов прошло, при выключенном Bluetooth, но включенном слежении за двумя каналами станция потребляет 76 мА, что тоже много все равно. Так, это я пишу BT off, 76, TDR on. Так, теперь я включаю полную громкость. Включаю порог срабатывания повыше. Давайте будем замерять, сколько станция потребляет на приеме на полной громкости. Смотрим. На GT12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, придется мне потом пересмотреть, да, потому что вот этот щелчок динамика или шумодава, возможно, повлиял на величину потребления. Да, я потом пересмотрю и в таблицу правильно занесу. Так, теперь еще увеличиваем громкость, предел измерения и смотрим, сколько станция потребляет на передачу в режиме максимальной мощности. Вот аж горит. Нажимаю я на передачу. Так, первый, да, у нас должен быть. Миллиампер передача. Ну все, я сейчас пересмотрю тогда, сколько она потребляет в режиме полной громкости на прием, и будем измерять в 5590. Давайте рассчитаем тогда работу радиостанции в цикле 5590. Честно скажу, чем дальше я с этой станцией занимаюсь, тем больше в ней разочаровываюсь. Конечно, с потреблением она подкинула сюрприз, да? То есть мы будем считать именно тогда, когда все-таки слежение за двумя каналами включено, и, ну, и Bluetooth, соответственно, выключен, поэтому мы берем потребление 76 миллиампер.
в режиме дежурном. 263 миллиампера, я ролик пересмотрел, да, без хлопка шумодава она потребляла на максимальной громкости 263 миллиампера. 2079 миллиампер это у нас передача. И я, знаете что, наверное, все-таки я возьму 3000 миллиампер емкость батареи, потому что батарея все равно новая, да, она с USB-портом, поэтому доверять и брать значение от Байкала 77-го мы все-таки не будем, а возьмем именно ту емкость, которую указывает производитель, то есть это 3000 ровно миллиампер час. В итоге в цикле 5590 по времени мы получаем 16,1 часа, когда TDR on 16,1. Ну давайте я для интереса TDR off тоже вам пересчитаю, да. Если 175 миллиампер здесь потребление при слежении за двумя каналами отключенным, поэтому будет всего лишь 10,9. То есть вот экспериментальным путем мы выяснили, что все-таки слежение за двумя каналами оставляйте. Так она потреблять у вас будет, ну, фактически на 60% меньше. Вот такой вот нюанс у данной станции. Так, все, переходим к интересному разделу «Замер чувствительности». Будем сейчас в трех режимах смотреть, то есть FM, два диапазона и амплитудная модуляция в авиадиапазоне. Посмотрим, как она. Так, начнем тогда с амплитудной модуляции. Да, давайте я тогда частоту 120 ввожу. Напоминаю, так, 120 ровно. Напоминаю, что шумодав здесь для каждого диапазона свой, и для амплитудной модуляции он тоже свой. Так, радиосет SQL AM ставим на единичку. На единичку, чтобы нам понять рабочий режим. Правда, она вот уже что-то принимает. Я еще с генератора ничего пока не подаю. Так, давайте на 130 dBm мы уйдем. Так, амплитудную модуляцию я включаю. Высокочастотный выход я включаю. Видите, она что-то принимает уже при единичном шумодаве, да? Ну-ка, давайте загрубим. Тогда вот на двойку я ставлю, да? Она продолжает что-то принимать. Ну-ка, подождите, она может быть вот здесь, вот на 145 что-то еще. Кстати, переключение между двумя вот этими диапазонами, оно осуществляется вот этой кнопкой. Нет, видите, она возвращается на 120, соответственно, принимает она именно на 120. Так, как же нам чувствительность замерить, да? Еще грубее ставить. Ну-ка, давайте на пятерку я поставлю. Это она все равно продолжает принимать что-то здесь. Давайте я высокочастотный выход даже выключу. Вот видите, она все равно себя как-то странно ведет, станция. Вот 120 ровно. Видите, у нее щелчки какие-то идут на прием. Давайте еще я загрублю шумодав. Причем обратите внимание, что антенна-то не подключена у нас. Так, 9 у нас максимальный уровень. Ну, смех, да и только. То есть в любом режиме она у нас щелкает шумодавом в амплитудной модуляции. Ну ладно, давайте будем тогда слушать сигнал. Тогда я все-таки возвращаюсь на единичку.
Посмотрим, сейчас под 12 дБ сенат, да, хотя бы услышим этот звук генератора, сигнал генератора. Так, давайте громкость я ставлю побольше, чтобы вы тоже слышали, да. Да, еще одна проблема обнаружилась, да, у станции, конечно. Нет предела моему разочарованию. Такой дизайн, и так она себя странно ведет. Так, видите, сигнала до сих пор не слышно. Вот уже минус 120 dBm я подаю, а она на сигнал никак не реагирует до сих пор. Вот сейчас она замолчала, потому что понимает, что уровень сигнала уже достаточно высок, но динамик не открывает. А уже минус 113 dBm. Уже 8, уже минус 80 dBm, она до сих пор ничего. Ну это какой-то ужас. Это какой-то кошмар. Давайте еще будем сигнал усиливать. Но это уже все никуда не годно все равно, да? Я сейчас придумал, знаете что, я отключу шумодав вообще. Хотя бы так мы потенциально услышим, да, что она может принять вообще. Вот сейчас видите один шум, да, еще нет полезного сигнала. Она не принимает. Ну, искаженная какая-то модуляция слышна. Это не чистый, а амплитудный. Ну вот, более-менее сигнал генератора становится слышен, да? Минус 100 dBm. Ну, я не знаю, вот смотрите, даже на первом уровне шумодава, да? Он на минус 100 dBm. Шумоподавитель не открывает этот аппарат. В общем, либо у нашего экземпляра здесь какие-то проблемы, либо просто эта станция в амплитудной модуляции очень глухая. Записываю я на 120 МГц минус 100 dBm. Переходим тогда к еще одному разочарованию. Так, АМ-модуляция. Так, дальше идем. У меня уже листик скоро кончится для записи недостатков. Так, выключаем на всякий случай, чтобы ошибок не было, да? Включаю теперь частотку. Так, здесь этот странный режим амплитудной модуляции я выключаю. Так, 434 МГц. Так, амплитуду давайте убавим. Так, теперь частота 434, да?
Так. 4, 3, 4. Задор у меня, надо сказать, падает уже для исследования данной станции. Так, 434, смотрим. Что они имеют в виду, кстати, под SQLU? Это все-таки верхний, да? Наверное. От слова up, а SQLV... А, но тут вообще оно не разбито на вот эти два, да, диапазона. Оно именно по частотным диапазонам разбито. U это имеется в виду UHF диапазон. То есть как раз вот сейчас на 434. Ну и давайте на этот диапазон V-шный. То есть 136-174 я тоже единичку сразу поставлю. Так, смотрим сначала 434. Так, давайте я здесь вернусь тогда на 145 тоже, чтобы потом проверять. Смотрим, 434 стоит. Так, да, смотрим. Ну, здесь вот как положено, да? Ну, минус 121 dBm даже можно написать. Так, минус 121 на 434. Так, ну, давайте я, наверное, на 145 сюда переключусь, да, на вот этот бенд, посмотрим. Ну, тут, может быть, будут отличия, да? Так, давайте частоты меняем. 145 МГц. Вот 145 у нас, шумодав на единичке. Давайте меняю амплитуду. Ну вот видите, на нижнем бенде, да, на нижнем бенде минус 117, это я напишу нижний бенд. Давайте я для интереса и на верхнем бенде сейчас тоже 145 поставлю, чтобы нам проверить, есть ли разница. Раз кроссбенд работает, то так. Сейчас я вот здесь тогда на нижнем поменяю обратно на 434, чтобы нам точно уже проверять верхний бенд. 145, да? Все, пытаемся тогда увеличить. Ну, нет разницы. Разницы фактически нет, да? То есть тоже... Примерно так же, да, то есть минус 117. То есть различий в чувствительности между верхним и нижним бендом не обнаружено. Так, теперь переходим тогда в нижний бенд. Здесь мы также 434.010 задаем. Будем проверять избирательность по соседнему каналу. Сейчас попытаемся понять, вообще станция у нас на супергетеродине построена все-таки или на чипе. Но судя по наличию амплитудной модуляции, конечно, возможно, они теперь ее на чипе построили. Сейчас посмотрим по избирательности. Так, все, на 10 кГц мы сдвинулись от несущей, от полезной, генерируем помеху. В 10 килогерцах смотрим, как она у нас будет открываться. Так, и отсчитываем мы, получается, от минус 121, да. Смотрим.
Ну, как видите, все плохо. Вот еще раз, смотрите, от минус 121 отсчитываем. Ужасно. Просто это ужасно. То есть, ну вот, где тут она стабильно уже открывается от помехи? Минус 102, да? То есть 19 единиц всего лишь при отстроении на 10 кГц. Это очень плохо. Похоже, воткнули они здесь все-таки чип какой-то. Не знаю, разбирать ее, не разбирать. Столько уже у нее обнаружено недостатков. Мне уже просто неинтересно становится с ней дальше заниматься. Так, ну давайте на 15 кГц я еще отойду, да? Смотрим. Производитель данных по тому на чипе, естественно, или на супергетеродине никаких, конечно же, не дает. Ну вот на 15 кГц она не открывается. Все, предела достиг. Да. Не знаю, может дойдут руки до разборки, ее потом все-таки разберем, посмотрим, как она построена. Все, с этим закончили. Так, ну что, давайте будем тогда проверять, как станция принимает, и замерим громкость динамика. Включаю шумомер. Так. Ну, динамик достаточно громкий, видели уже, да, 121,9. Так, все, принимаем. Будем передавать с радиостанции ICOM. У нее отличная модуляция, поэтому оценивайте качество именно приема. Принимаем на радиостанцию ZenHyX GT12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь проверяем модуляцию. Я включил анализатор спектра. Принимаем на ICOM. Смотрим. Передаем с радиостанции ZenHyX GT12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, сняли мы график с антенны, со штатной, с этой чудо-гибкой антенны. Прибор сейчас на паузе стоит. Так, ну смотрите, антенна рабочая в двух диапазонах. Второй маркер у нас минимальное значение имеет почти единицу, то есть 1,08, да, на частоте 138. И он, в общем-то, он... Так, давайте я вот вверх пойду, да. Вот до 150 он еще 1,7, то есть меньше двойки. Вполне прилично, то есть он настроен в любительский диапазон, но на авиа, конечно, антенна не рассчитана. То есть я вот могу подняться или опуститься, наоборот, по частоте туда. Вот видите, 116, она больше 3. Тут вот даже пятерка КСВ. Вот на 120 она выше 3. То есть она нормально в авиа работать не будет. Ну и, как видите, и сама станция-то тоже никчемная в авиа. Так, теперь в верхнем диапазоне. Широкополосная антенна, минимум КСВ где-то как раз попадает на любительский диапазон. LPD, вот сейчас я стою, видите, на 434,2. И здесь КСВ у нас равно 1,22. То есть вполне антенка нормальная, учитывая то, что у нее еще и длина приличная, поэтому работать она будет и в том, и в другом диапазоне достаточно эффективно.
Ну, то есть по антенне претензий нет, кроме авиа. Так, ну что, давайте подводить итоги тогда по радиостанции Zenhai GT-12. Разочаровала она нас, конечно, очень сильно, эта станция. Но начнем, как обычно, с недостатков тогда. Программа Bluetooth нерабочая оказалась, по крайней мере, для Apple. Потому что Bluetooth, похоже, включается, да, мы это поняли по потреблению, 3 мА все-таки потребление увеличивается, значит, Bluetooth, скорее всего, работает, но программа станцию не видит. Но, с другой стороны, не особо интересна эта программа, потому что никаких дополнительных функций она не добавляет, все можно выбрать, все эти пункты меню и со станции вручную. Дальше, следующий недостаток, линейка громкости. На дисплее она отображается, но функциональной нагрузки никакой не несет. То есть регулятор громкости просто аналоговый, никак не связан с показаниями на дисплее. Тоже запишем это в недостатке явно. То есть интерфейс был откуда-то скопирован, но как бы функциональность он свою не выполняет. Следующий недостаток, назначение кнопок. То есть, выбирая через станцию определенную функциональность на боковые кнопки, мы получаем неправильную функцию на этих кнопках. То есть, это все связано явно с сыростью прошивки. То есть, неправильно, так не должно быть, естественно. Дальше, следующий недостаток – отсутствие документации. Ни в коробке со станцией документации нет, ни на официальном сайте производителя Zenhai нет документации, ни инструкции пользователя, ни краткой какой-то инструкции, ничего этого нет. Следующий недостаток – клавиатура и DTMF. Зачем они повесили сюда вот этот близкий? Напишите, кстати, в комментариях, если вы часто пользуетесь сигналами DTMF, то есть действительно это кому-то нужно так часто. То есть отдельно они, то есть функции они на кнопки не вынесли, но зато DTMF они вынесли на знак решетки. Тоже я смысла в этом не вижу. Но это такой недостаток, как бы нюанс, но все равно запишем это тоже. Пластик дисплея, то есть пронеся один раз станцию в рюкзаке, уже мы получили царапины на дисплее, что тоже, естественно, при длительной эксплуатации это будет ужас. Тем более, что дисплеем-то нужно пользоваться, раз станция с прямым вводом. Следующее. Меню. Зачем они сделали, вот как бы там не ругались там на станцию, например, от Retevis'а Alliance HD1, да, но там меню гораздо грамотнее построено, несмотря на то, что станция может работать и в аналоге, и в цифре. То есть настроек там гораздо больше, но все интуитивно понятно, ну или по крайней мере понятнее, да, для управления. Здесь же они разбили на кучу разных разделов, причем они никак не связаны, то есть надо, если найти какую-то функцию определенную, то замучаешься ее искать. И еще и на кнопки не вынесли быстрый доступ, да. Поэтому, ну, это опять же субъективное мнение, возможно, кому-то такое меню понравится, но мне оно ужасно не понравилось. Тоже записал это в недостаток. Следующий. Порт USB аксессуаров. Да, Type-C сейчас, конечно, становится универсальным разъемом. Все, казалось бы, хорошо, да, но я аксессуаров с таким портом еще до сих пор не видел. То есть только сам Zenhai производит. И вот эта гарнитура, да, которую мы взяли, динамик-микрофон, тоже она с какой-то урезанной функциональностью, то есть непонятно, регулируется ли громкость здесь, да, кнопки вверх-вниз не работают, как бы, ну, то есть фактически мы получаем только здесь динамик, кнопку передачи и фонарь, больше здесь ничего нет. И как бы выбора, опять же, проводных каких-то гарнитур я с таким разъемом пока не видел. Стандартные гарнитуры, ну, например, да, телефона взять с разъемом Type-C, наушник, можно было бы использовать, но он не работает, мы проверили, поэтому тоже я пока это запишу в недостатки. Конечно, со временем, когда другие производители начнут выпускать гарнитуры с таким разъемом, это будет плюсом, но на данный момент это минус, потому что выбора фактически нет, да? Следующее. Потребление, когда отключено слежение за двумя каналами. Как так у Zenhai получилось, что
при слежении за двумя каналами потребление в два раза ниже, чем когда мы следим за одним каналом. Казалось бы, ну, это иррационально, да, нелогично, но тем не менее. То есть 76 у нас миллиампер потребления, когда TDR включен, и 175 потребления, когда он выключен. Тоже, ну, то есть обратите на это внимание, если будете использовать данную станцию, то слежение DU вот это должно на дисплее гореть, то есть слежение за двумя каналами должно быть включено. Следующее. АМ-модуляция, недостаток, то есть вообще постоянно станция шипит, да, что-то принимает, какую-то помеху, шумоподавитель на любом уровне шума, да, ну или порога шумоподавления все равно что-то принимает. Чувствительность даже при открытом шумоподавлении, ну, шумодаве, мы получили всего лишь минус 100 dBm, это очень мало, поэтому, ну, тут, в общем, авиадиапазон, он фактически здесь нерабочий. Опять же, может быть, с обновлением прошивки это все улучшится, но пока вот так, да, избирательность по соседнему каналу еще при смещении на 10 кГц всего лишь 19 единиц, это хуже, чем у Баофенга она принимает. Вот видите, опять что-то она принимает у нас. В общем, тоже мне по избирательности станция не нравится. Может быть, потом в течение времени появится, мы разберем ее, посмотрим, покажем вам плату саму, потому что Байкал 77-й, то в принципе, был неплох, да, у него это значение составляло хотя бы 28 единиц, но не 19, как у этой станции. Следующее, захват частоты. Напишите, может быть, кто-то эту станцию уже использовал, и вы нашли функцию захвата частоты, но я ее здесь не нашел. То есть она в предыдущих моделях была на 8800, на 8600. Здесь ее, этой функции нет, а функция достаточно полезна, да, но вот ее здесь куда-то урезали. Так, теперь перейдем, ну, то есть, вот, видите, сколько недостатков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 пунктов я в недостатки внес. Теперь преимущества. Переходим к преимуществам. Дизайн. Да, дизайн очень необычен, она нам прямо впечатлила по картинкам, да, по самому внешнему виду. Но и так, в принципе, несмотря на все эти недостатки, станция мне нравится внешне. По крайней мере, она необычно выглядит. Да. У Sennheiser всегда было с этим все хорошо, с дизайном. То есть, и вот 77-й Байкал, и когда появилась станция 8800, она тоже интересно очень выглядела. Да, и порт Type-C у нее, ну или там microUSB, я не помню, стоял. Ну, то есть это было необычно весьма. И вот эта станция тоже выглядит очень и очень интересно. Но вот, ну, то есть это я записываю в преимущество. Следующее. Разрешение дисплея и сам дисплей мне тоже понравился. Также, ну, по крайней мере, достаточно хорошо выглядит. И разрешение дисплея здесь высокая. Я даже думаю, что здесь не 320 на 240 точек, а побольше. Потому что я вот пикселей фактически даже вот с такого расстояния не вижу. То есть это тоже преимущество. Так, порт USB для зарядки. Тоже хорошо, что на современных станциях начинают все чаще и чаще ставить порты USB, чтобы не использовать эти стаканы отдельные. Да, всегда можно подзарядиться от любого гаджета, там, от телефона взять, адаптеры зарядить. Но единственное, опять же, ток здесь, бывают радиостанции с током 2 ампера заряда, здесь всего лишь 0,85, маловато, но по крайней мере заряжает. То есть такую батарею в 3000 мАч она будет заряжать, эта станция у вас, ну, часов 5 как минимум, но в принципе, по крайней мере, зарядиться все равно можно, но опять же использовать Powerbank, например, можно. Дальше, следующее преимущество. Crossband Repeater здесь рабочий, да, мы проверили, все работает тоже. Ну, я напоминаю, что его использовать нельзя, но, по крайней мере, эта функция здесь есть. И антенна штатная. Вот, несмотря на то, что она такая большая по габаритам, но она достаточно эффективна. И выглядит она, конечно, странновато, да, но работает. По крайней мере, в двух диапазонах, в 70 сантиметрах и в 2 метра она работает, что тоже плюс.
Но второй экземпляр мы покупать не будем, по крайней мере, пока прошивка не обновится. Дальность связи мы тоже проверять не будем, но антенна эффективная. Все на этом. Так, раз, два, три, четыре, пять преимуществ я записал. Сколько ей поставить? Ну, к сожалению, я поставлю ей только 2 балла, не больше. То есть балл я ей дам за порт USB, за дизайн, за дисплей. Но больше 2 я поставить ей не могу. 2 балла я ей ставлю. К сожалению, очень много недостатков у нее. Возможно, они потом с обновлениями прошивок все-таки ее чуть улучшат. Но вот пока, к сожалению, так. Все, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.